С вами снова Янок, и вы на канале Jackson Style. Я решил снять обращение к фанатам Джексона, к моим подписчикам, друзьям, кто заходит на мой YouTube-канал для развития себя в стиле Джексона. И сразу перейду к делу. Очень давно я не скидывал никаких видео с обучениями танца Майкла Джексона. У меня был очень серьезный повод всему этому. Мой YouTube-канал взломали. То есть в очередной раз, когда я хотел посмотреть свои видео, посмотреть, может быть, комментарии к моему видео, я зашел и увидел то, что на моем канале нет ничего. Нет ни одного видео, которое я снимал ранее. Более того, мой канал был переименован, был назван по-другому. Вот, и я расстроился, честно, потому что все то, что я скидывал на свой YouTube-канал, у меня ничего не осталось. То есть резервных копий у меня нет. И был очень расстроен. Вот, и стал искать, как же можно канал на YouTube обезопасить от взломов. На днях я прошарил весь YouTube, нашел пару видеообзоров на эту тему и как бы сделал все то, что там было сказано, все пошагово. Вот, и теперь надеюсь, как бы, что мой канал не подвергнут больше этим взломам, нападкам со стороны, возможно, людей, которые завидуют, либо же просто вставляют палки в колеса. Вот. Завистники есть везде и всегда. Вот. И надеюсь, что такого больше не повторится. И еще что хотел сказать. Вскоре после того, как я обезопасил свой канал, я буду выкладывать также видео с обучением танца Майкла Джексона. Будем делать все сначала. Разборка элементов танцевальных движений Джексона. Будем делать, разбирать все заново. То есть то, что мы разобрали до этого, мы будем разбирать и в этот раз. То, что... Потому что кому-то надо посмотреть, кому-то нужно скачать и тому подобное. Вот. И как бы я решил сделать все заново. Все разборки всех тех элементов, которые уже были на моем канале, я выложу заново. Заново сниму для вас и заново выложу, чтобы вы смотрели, оценивали. Может, что-то новое для себя и увидите. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за то, что вы поняли, в чем была моя проблема, так как я не укладывал видео. Вот. И всем большое спасибо. Всем до новых встреч, всем пока.